Вот уже в шестой раз Брестский государственный университет имени Пушкина становится площадкой обмена творческими идеями и задумками. Традиционно неделя журналистики становится ярким, захватывающим, интересным циклом мероприятий для молодежи. Мастер-классы, встречи с известными людьми, творческие задания. Все это предусматривает большая программа, которая, как и каждый год, имеет свою изюминку. В этом году тема недели журналистики «Брест без виз». Как мы знаем, с 2018 года буквально Брест открыл свои двери, распахнул для туристов, иностранцев, поэтому мы хотим сделать акцент нашим студентам-журналистам, показать, как можно разрабатывать эту тему. И главное наше мероприятие, медиаполигон, будет очень интересным. Наши участники будут ходить по городу Бресту и искать темы, связанные с именно Брест без визом, и рассказывать о том, как живет город вот в таком необычном состоянии. В этом году организаторы решили немного поменять формат мероприятий. Мастер-классы вели выпускники специальности журналистика разных лет. Каждый из них делился своим опытом в той или иной сфере медиа. Такая разноплановость приятно порадовала участников недели. Новые спикеры, затрагиваются более актуальные темы, благосфера, интернет, развитие телевидения, что с ним будет, как поступать газетам, вот, допустим, как Денис Третьюк рассказывал, переходить на какие порталы, площадки, как преобразовать контент, чтобы заинтересовать читателя, зрителя. Всего свою программу организаторы разбили на 4 творческих дня. Итоги недели будут подведены в субботу, где назовут самых креативных и инициативных участников 6-й недели журналистики.